ситуацию берем. Подвернулись соперники. Карта, у вас здесь осталась рука. Вы здесь даете сюда. Вы сейчас ворота даете в эту руку, берете за пояс, продергиваете, сюда вставляете, бок, и руками к себе, а ногами к себе. Поддать от ворот другой рукой. Да, другой подаете в другую руку. Здесь берете пояс, к себе продернули, ногу заправили. И здесь душим от ворота мы ногами. Да, руками к себе, а ногами от себя отжимаем. Вот. Подали в ворот, продернули. Ногу заправили. Продернуть обязательно, да, чтобы вывести его. Чтобы у него рука проехала и было вам куда ногу заправить. Давайте попробуйте.